Всем привет! Друзья, покажу вам квартиру, в которой мы живем во Вроцлаве. Квартира находится в самом центре города. На втором этаже по нашим меркам. Хотя на самом деле квартира считается у них на первом этаже. Итак, квартира состоит из двух комнат. Первая комната вот так вот выглядит. У нее одна кровать, вторая кровать, шкаф, диван, столик, гладильная доска, есть еще утюг, магнитофон, патефон и еще вот куча какой-то вот мебели, шкафы, стулья. Окна выходят на улицу, и вот там рядом находится остановка «Рынок», самая ближайшая остановка общественного транспорта от старого центра. Так, вот так вот выглядит прихожая. Довольно-таки просторная и уютная. Так, давайте покажу вам кухню. Кухня. Ну, кухня компактная. Столик. 4 стула. Вот такой вот навесной шкафчик. Небольшой холодильничек. Опять же, окно с прекрасным видом на улицу. Электрический чайник. Тостер. Есть вся необходимая посуда. Единственное, что мы не нашли, это досточку для нарезания. Ну, мы взяли вот такую вот из-под сыра и используем ее. Газовая плита, холодная горячая вода, вытяжка. Ну, в принципе, по кухне все. Теперь давайте посмотрим на туалет и ванну. Совмещенный туалет и ванна. Душевая кабина. Умывальник, стиральная машина. Правда, не работает, о чем свидетельствует вот объявление. Просят извинить за неудобство. Унитаз, шкафчик вот такой вот. Ну, тоже все компактно и довольно-таки удобно. И еще одна комната. В этой комнате мы разместились, потому что нам она показалась уютнее, чем там. Вот видите, несколько шкафов. Есть компьютер, который мы не включали. Шкаф. Тумбочка и две одноместные кровати. Они стояли отдельно друг от друга. Мы их соединили вместе, и получилась у нас вот такая double king size bed. Вид из окна. Здесь двор. Довольно-таки ничем не примечательный. Не знаю, правда, как туда выходить, в этот двор. Хозяйка попросила выбросить мусор. Вот видите, там, если увидите издалека, видны мусорные баки, мусорные контейнеры. Как туда пробраться, будем еще думать. Вот это самая большая комната. Здесь есть еще два таких кресла, журнальный столик, еще одна тумбочка. Ну, комната довольно-таки большая и просторная. Вот такая, друзья, у нас квартира во Вроцлаве. Всем пока!